Спортсмены на ковре волнуются, переживают и болельщики на трибунах. На первые в жизни соревновательные схватки вышли самбисты клуба «Лидер». Для них это, так сказать, первый просто опыт, чтобы они почувствовали, каково это выходить на большой ковер, чтобы в дальнейшем они у нас уже не боялись, соревнований не боялись. И вот в виде такого праздника, как вот у нас сейчас, чтобы у них в памяти отложилось, что соревнования для таких деток – это праздник. София Коробкина не испугалась поединка против мальчика. Сильная духом спортсменка сделала несколько продуктивных бросков и победила. Просто когда я боролась, я верила в себя и могла побороть любого человека. Почти сотня малышей вышла бороться на этих соревнованиях. Самые юные спортсмены – дети 4 лет, старшим участникам – 12. Самбисты выходили на поединки, оценивая соперника. Просто вот две бумажники я смог. А так бы ты что, не смог? Но если бы он был больше меня, то тогда бы я не смог уже. Так активно юбилей отметил спортивный клуб «Лидер». А со следующего месяца на базе объединения запустят бесплатные адаптивные занятия для детей с особенностями здоровья.